49 серии турецкого сериала «Неотпускай мою руку» Дженк сильно страдает из-за того, что не может находиться рядом со своей возлюбленной Азрой. Что бы он ни делал, становится только хуже. Помимо этого, Дженк никак не может набраться смелости для того, чтобы рассказать про свои истинные чувства. Фериде также была шокирована тем, что узнала про расставание Дженка и Азры. Женщина была сильно удивлена тому, что они лишь играли роль влюбленных, и все это делалось только ради бабушки. Азра отправляется к Дженку и передает ему в руки уведомление о разводе. Она никак не может понять, по какой именно причине он так поступил, и даже не спросил ее окончательного решения. Азра считает, что Дженк ее просто разлюбил, и другого объяснения такому поступку не находилось. Сирак встречается с Фериде и говорит ей, что еще больше начинает вводить женщину в недоразумение. Оказывается, Азра находится в ожидании ребенка, но вскоре выясняется, что это не так. Такое обстоятельство сильно обидело Азру, и она решает уйти из дома. Дженк понимает, что он оказался в очень сложном положении, и ему необходимо как можно быстрее принять решение. Если он не вернет Азру и пустит все на самотек, то может навсегда потерять свою любимую женщину. 49-я серия выйдет 13 октября на телеканале ТРТ-1. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.